Победа ваша. Медаль для тренера. На соревнованиях Дарья Межецкая пообещала, что подарит ему победу. Слово свое сдержала. Да, терпи, терпи, молодец, бейся. И она билась до последнего. Дарья Межецкая принесла сборной России на вторых Европейских играх две золотые медали. В финальной схватке весовой категории до 57 килограммов дзюдоистка обыграла чемпионку Европы 2018 года Нори Гьякову из Косово. Для чемпионки России призерки международных соревнований эта награда стала самой значимой в карьере. В рамках игр в Минске также проходит чемпионат Европы 2019. С него самарская дзюдоистка привезла две медали высшей пробы. Останавливаться не собиралась. Будем работать еще больше. Это вообще самая малая часть, наверное, что я могла сделать. И надо дальше еще больше работать, чтобы получить самую заветную медаль. Даша, она давно этого достойна. Она очень хорошо готова. Всегда были проблемы именно настроиться. И вот этот первый старт, наверное, за всю нашу карьеру, когда она наконец-то собралась, она выросла до этой медали. Я, конечно, рад не из самой медали, а тому, что именно она как спортсмен выросла. О своем пути к успеху на международном турнире Дарья рассказывает подрастающим спортсменам, а они не упускают возможность взять у золотой дзюдоистки автографы. Я очень рада, что сегодня Дарья дала автограф, и теперь мне есть чем похвастаться. Она является примером, потому что она, ну, добивается своих целей всегда. Несколько часов на отдых и снова на татами. Впереди у дзюдоистки подготовка к Олимпийским играм в Японии. Татьяна Пудова, Сергей Александров, Новости Губерния.